Идеально ровное, гладкое полотно. Дорога Сурхахи-Яндри отныне отвечает всем государственным стандартам качества. Целая бригада строителей работала над тем, чтобы завершить объект раньше положенного срока и сделать комфортнее жизнь автолюбителей и пешеходов. Каждый миллиметр здесь уложили с соблюдением всех технических характеристик. Дорога Сурхахи-Яндри связывает между собой сразу несколько сельских поселений. Все эти годы полотно нуждалось в масштабном капитальном ремонте. Местные жители перемен ждали долго. Сегодня через их родное сельское поселение пролегает трасса, которая по качеству сравнима с федеральной. Муса Мирзабеков живет здесь с самого детства и, как никто другой, знает, с какими трудностями сталкивались местные жители и автолюбители. Теперь удобно и безопасно. Масштабный капитальный ремонт дороги Яндри-Сурхахи начат по поручению главы Ингушетии. Махмуд Али Калиматов на официальном открытии дорожной артерии отметил, как важно было создать такие условия для автолюбителей и пешеходов. В регионе предстоит обновить более 60 километров дорог и мостов. Много проблем. Поэтому было принято решение, что построим мы эту дорогу. А вовсе за рулем Винусу. Я знаю, что дорога сама по себе великолепная. Сибряди, там, Забайкалье, цена. Я вам скажу, там нету 10% наших дорог. 10% нету. Это событие великолепное. Оно само по себе несет самое доброе, что можно. Нихцехалыч, юрту, тавага хавыхалды. Все работы на участке провели в рамках федеральной программы содействия развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. На участке продумано все до мелочей. Протяженность дороги 9 километров. Этот объект был переходящий с 21 на 22 год. Но все работы были завершены досрочно. Более того, согласно с проектно-сметной документацией, было предусмотрено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укрепление дорожной одежды из трех слоев по 20 сантиметров из песчаной гравийной смеси, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, крупнозернистый и мелкозернистый, 12 сантиметров. В рамках масштабной реконструкции на участке дороги Сурхахи-Яндри установили водопропускные трубы, металлическое барьерное ограждение более 350 метров. Установили также 260 дорожных знаков и два светофора Т7. Нанесена разметка из термопластика.
учитывая высокую интенсивность и важность вот этой дороги, руководством были мобилизованы все силы, их лучших специалисты были привлечены, и работы были завершены в кратчайшие сроки. Объект был сдан досрочно. Работа выполнена качественно, во-первых, и очень получилось, знаете, вот уместная дорога, так получилась, хорошая дорога. Потому что, смотрите, что получилось. Получилось так, что мы на Сурхахи выполнили работу, дорогу сделали. Мы сделали дорогу и каждого Сурхахи. Мы сделали дорогу и каждого Алиюрт. И вот этот, вот эта дорога, ну, она напрашивалась. Ну, качество дороги, я думаю, вы сами видите. Масштабную реконструкцию дороги включили местную достопримечательность – родник. Здесь создали все удобства, чтобы приехать и спокойно набрать воду. Здесь родник, здесь люди останавливаются. Ну и вот за счет непредвиденных средств выполнены работы по благоустройству. Как здесь видите, можно заехать, поставить машину, стоянка есть, набрать воду, попить воду, остановиться, поговорить. Вот выполнили вот такие работы и здесь благоустроили данный участок. Каждая новая дорога открывает дополнительные возможности для жителей. Ингушетия за последние годы заметно улучшила состояние дорог благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Вот уже 3 года республика в тройке лучших регионов по темпам и качеству исполнения нацпроекта. Рина Сычёва, Абдулла Халухоев, Новости 24.